Бриджит Роян, Мария де Медейрос, Мелани Бернье, Майова Паскуале в сериале «Венера и Аполлон». А также Албан Депресс, Натали Грандхоми, Зенедин Суален. Почему Ингрид не на месте? Похоже, это в первый раз. Именно в первый раз. Вчера она ласточкой упорхнула с каким-то мужчиной. И с тех пор мы ждем от нее весточки, звонка, хоть чего-нибудь. Я по записи. Знаю, мадам Танер. Мы справимся. На войне, как на войне. Я останусь на регистрации, а Женевьева займется вами. Она уже почти обслужила клиентку. Хорошо. Садитесь, пожалуйста. Что стряслось? Сюзи, меня что-то кольнуло в ногу. Вы не посмотрите? Конечно. Боюсь, это какое-то насекомое. Я их не переношу. Какой кошмар. У меня на них аллергия. Сюзи. Поднимите ногу. Так, осторожненько. Клевер четырехлистник. Ну надо же, вы просто принцесса на горошине. Принцесса не принцесса, но уж точно неженька. Мне так неловко, простите. Спасибо, Сюзи. Возьмите его себе, ведь это вы его нашли. Загадывайте желание. Ну? Нет, слух сказать не могу. Даже так? Я бы лично загадала провести целый день здесь, потому что не могу больше, Сюзи. Вы даже не представляете, в каком безумном мире я живу. Очень хорошо представляю. У нас все уже поспокойнее. Так что возьмите его себе. Как знать? И правда, как знать. Но вы уж поторопитесь, Сюзи. Я ждать никак не могу. В 13:00 прибудет Саркози. Я должна его принять, иначе это будет невежливо с моей стороны. Я вас понимаю. Мы все устроим. Располагайтесь. Извини, Женевьева. Мадам Танер здесь. Мадам Свифт, я забираю вас, Женевьеву. Там клиентка очень торопится. Ничего, если я сделаю за нее? Хорошо или плохо, цена одна и та же. Некоторые думают, что им все позволено. Да, что делать, мадам Свифт? Вечно так со всеми, кто работает на телевидении. Нет, я только плачу кредит за телевизор, а остальное время торчу перед ним. Такова наша стариковская доля. До свидания, спасибо. Однако вы в отличной форме, мадам Свифт. Я уже неделю живу у дочери. Мне надо изменить ритм жизни. Они меня голодом морят. Женевьев, поднимите все это кверху, а то я похожа на спаниеля. Как это утомительно, все время быть элегантной. Расслабьтесь, иначе ничего у нас не выйдет. Постоянно боюсь оказаться не на высоте. Нынче ночью сдавала во сне экзамен на аттестат зрелости. Но совсем не готовилась, и все понимаю, что я ни черта не знаю. Ужас. А мне снилось, будто мать привезла меня в больницу нос переделывать. Когда многого требуешь от других, надо быть беспощадной к себе. Мишель Дрюкер мне это внушил. Мишель Дрюкер? Как вам повезло, что он ваш духовный наставник. А у меня Ингрид. Что ни говори, разница налицо. Прилягте. Я сделаю вам электрофорез. Так тоже больно? Да, так тоже. Сердце так и бьется. Вот-вот выскочит из груди. А вам известно, что актеры всерьез умирают от болезней, которые подхватили в кино? Да, но от вашей болезни не умирают. Это вымышленная болезнь, не так ли? Вовсе нет. Завлаб следит за всеми психосоматическими отклонениями. Он проводит изыскание, расплачивается актеру. Какие ужасные вещи вы говорите.
Коли на то пошло, нельзя ли исцелиться в кино от болезней, подхваченных в жизни? Лично я о таком не слышал, но надо навести справки. Ведь в таком случае довольно было бы позвонить актеру, а не отправлять больных к святым местам. И если это сработает, Папа Римский наверняка вложит деньги в кино. Знаете, никто до этого не додумывался. У вас, несомненно, есть деловая хватка. Многие это говорили. Еще в детстве я зарабатывала деньги, показывая всем задницу и карандаш в школьном туалете. Задницу и карандаш? Да. Конечно, задницу показывать нехорошо, но отец меня лупил главным образом за карандаш. Прошу прощения, мадам Свифт. Мне придется вас покинуть ненадолго. Поскольку Ингрид нет, все немного осложнилось. Да-да, ступайте, ничего страшного. Пришлите мне уборщицу. Добрый день, вы по записи? Нет, извините, что отрываю вас. Мне показалось, сюда вошла моя подруга Фредерика Таннер. Мы с ней давно не виделись, хочу поздороваться. Вы не могли бы зайти через полчасика? А можно мне подождать здесь? Я слегка продрогла, а солнце всегда остерегаюсь. Мелани? Вы не Мелани из «Привет, девчонки»? Да, ну, в общем, была. С ума сойти! Конечно, входите, располагайтесь. Спасибо. Как забавно видеть вас здесь. Вы не представляете, сколько я почерпнула из программы «Привет, девчонки». Пожалуй, именно благодаря им я и решила стать визажистом. Мне придется вас запереть, у нас тут все по кабинкам. Извините, я занята с клиенткой. До скорого. Угадайте, кто там в зале ожидания? Мадам Помпиду. Плевать я хотела. Мелани, ведущая. В субботу отчего-то уходят все заботы. Девчонкам нашим горе нет, девчонки скажут им привет. Ну что, помните? Мадам Свифт, что это значит? Надеюсь, вы сделаете мне скидку. Конечно, жизнь у нас не сахар, но во всем есть свои хорошие стороны. Вы знакомы с такими интересными, одухотворенными людьми. Это же грандиозно. И потом, вы всегда в центре событий. Когда вы рядом, у меня такое чувство, будто я живу в бонбоньерке. У нас тут ничего не происходит. Фредерика? Да. Ты меня знаешь? Узнаешь? Мелани. Брижит. Брижит Сиберг. Знаю, конечно, ты все такая же, но как ты сюда проходила мимо? Увидела тебя и зашла поздороваться. Всего лишь. Прости, что не отвечаю на твои письма, но это у меня в плане. Поверь, я постоянно перегружена. Я была стажеркой, когда Мелани вела «Привет, девчонки». Я вас помню. Мы с моей кузиной Мари играли в вашу передачу. Она подражала вам, потому что души вас не чаяла. А я представляла гостей, потому что была еще очень маленькая. Программа у вас действительно супер классная. Да, но наканула в небытие, и все от меня отвернулись. Даже подружка Фредерика. А ведь именно я познакомила тебя с Дрюкером. Ой, но в те времена я не имела никакого веса. Не то что нынче. Заведуешь программами, все можешь. Так уж и все. На фоне аудимата я ничтожество. Знаешь что, я дам тебе мою визитку. Позвони мне на днях. Сейчас у меня нет времени. Нет. Стоп. Не стоит, ведь мы уже встретились. До тебя не дозвонишься. А мне нужна твоя помощь. Понимаю, Мелани, но сейчас ты не ко времени. Брижит, я всегда не ко времени. У тебя напряженный график, ты вечно перегружена. Вот я и подумала, что здесь было бы неплохо. Чего ты хочешь? Хочу вернуться. В каком качестве?
Например, в качестве синоптика. Я живо интересуюсь климатом. Одно время даже училась на факультете. Я не то, что эти свистушки на фоне спутниковой анимации. Я знаю предмет, понимаю, о чем речь. Увлекаюсь метеорологией. Ну что ж, я подумаю, что тут можно сделать. Оставь свои координаты, и я тебе позвоню в ближайшее время. Ты не позвонишь. Позвоню. До свидания, Брижит. Женевьев, проводите мадам Сибир к выходу, пожалуйста. Ну ладно, ладно, извини. В субботу от чего-то. Хочешь отделаться? За дурочку меня держишь. Руки вверх. Будешь делать то, что я скажу, и все обойдется. Ну давай, одевайся, а то ты на спаниеля похожа. Сейчас я принесу ее одежду. Хватит, Мелани. Брось оружие, давай поговорим. Здесь есть телевизор? Да, в жизни нет ничего, кроме телевизора. Боже, в чем дело? Война началась? Нет, тихо. Мы не будем лезть в чужие дела. Но Женевьева, Сьюзи. Они наверняка впутались в какую-то грязную историю. Видимо, отчаявшаяся дамочка решила отомстить. Вот увидите, она либо разрыдается, либо пустит пулю в лоб. Мне эти фокусы известны. Я играл роль парламентера в театре. Но мы не на сцене, а в реальной жизни. Тем более, в такие моменты лучше не светиться. Если уж нам суждено умереть, бежим. Да, но в другую сторону. Пока живы, не будем нарываться. Не с места. Вы тоже выходите. Мелани, в чем дело? Брижит, черт возьми, ключи. Дайте ключи. Ничего себе. Ключи. Здесь никого больше нет? Давай звони в свой офис и давай им указания. Можно? Я уйду, я тут ни при чем. И мы ни при чем, мадам Свифт. Думаете, нам приятно быть заложниками? Отойдите от нее. Нет, это очень милая дама, мадам Луве. Да, мы ее хорошо знаем. Прошу вас, не надо нервничать. Я все устрою, хорошо? Улыбайтесь. Вам велено улыбаться, мадам Свифт. Я улыбаюсь. Нехорошо так уходить, как-то неудобно. Я, если начнется война, пойду на фронт добровольцем. У вас путаница в голове, надо уходить отсюда как можно скорее, это я вам говорю. Снаружи от нас будет больше пользы. Добрый день. Извините, мы очень заняты и сейчас не можем принять вас. Да нет, я насчет моей сестры. У нее юбилей. Я хотела бы купить для нее помаду или косметику. Ну что вы, на юбилей лучше подарить шарф, кольцо или даже браслет. Поверьте, до свидания, мадам Луве. Поздравьте сестру. Да, поздравьте сестру, мадам Луве. Да, но я все же бы хотела посмотреть. Вам говорят, поздравьте сестру. Чего вам еще? Я-то думала, вы герой. Как жестоко я ошибалась. Вот как. Я не герой. Ну, отлично, ступайте. А я останусь. Все-таки у вас есть мужество. Бежу. Если со мной что-то случится, я хочу, чтобы на моем надгробье написали. Здесь покоится великий актер, чьей лучшей ролью была его жизнь. Длинновато, но, по-моему, неплохо. Да. И еще, если можно, назовите какую-нибудь процедуру моим именем. Хорошо. А что это? До свидания. Алло, Стефания, это Фредерика. Слушайте меня внимательно. Немедленно созовите общее собрание. Я буду с новым синоптиком в 13:00 на площади Л1. Да, сегодня. Нет, это крайне серьезно. Делайте, что вам говорят. И немедленно пришлите за нами машину к Венере и Аполлону.
Салон Венера и Аполлон. Спасибо. Всего доброго. Думаете, выгорит? В любом случае, это провал. С метеосводкой не импровизируют. Я не думаю импровизировать. Легко сказать. Закройте рот. Руки за голову. Не с места. Не двигаться. Фредди, дай, пожалуйста, свой телефон, воды и сигарету. Алло, комиссариат? Да, добрый день. Попросите, пожалуйста, Ипполита. Очень срочно. Это бежу из Венеры и Аполлона. Он знает. По поводу заложников. Да нет, мне не до смеха. Отнюдь, уверяю вас, это... Я... Бросил трубку, подлец. Что у тебя за срочность? Там заложники, а он трубку бросает. Спасибо доблестной полиции. Бежу. Узнаешь историю про Петю и Волка? Клянусь, Фредди, это правда. Почему мне никто не верит? Сьюзи? Привет, это Фредди. У вас все в порядке? Ну, замечательно. Нет. Ничего, тут у меня бежу, я ей поднес стаканчик, может, полегчает. Да нет же, не все у нее в порядке, я точно знаю. Спасибо, Сьюзи, привет тебе. Я все равно найду настоящего полицейского, где бы он ни был. Да? И где же он может быть? В комиссариате, где же еще? Пусть Ипполит попробует мне не поверить. Сегодня утром парижане сбросили теплые вещи. Пришла весна. Однако на севере и по Адекале еще достаточно свежо. На востоке столбик термометра поднялся, но очень скоро опустится по вине грозового фронта, который движется к нам из Швейцарии. А наши друзья на юге, в центральных районах и на западе уже наслаждаются температурами, превышающими сезонную норму. В Орияке, разумеется, люди еще ходят в теплых куртках, но этим нас не удивишь. Скажу напоследок. Если будете выходить, захватите зонтик. Жоржу Брассану нынче исполнилось бы 85. Долгих лет жизни всем Жоржу. Гениально, супер, браво, браво. Это было бесподобно. Вы как будто всю жизнь этим занимались. Превосходно. Вы не находите? Да, нахожу. Тем более, что прогноз оправдывается. Ответьте. Венера и Аполлон, добрый день. Да, не вешайте трубку. Это вас. Алло. Добрый день, комиссар Мане. Не бойтесь, я не намерен вам читать мораль. Вы вполне четко изложили ваши требования. Что, еще есть проблемы? Я не могу их разрешить, пока мы не поговорим с глазу на глаз. Вы согласны со мной побеседовать? Я хорошо вас помню, вы интеллигентная женщина. Ну так как? Алло. Сьюзи, лучше умереть, чем жить такой уродиной. Уродин еще может обольщать. Вы не желаете со мной поговорить? Это был комиссар полиции. Комиссар полиции? Уж они-то всегда готовы извалять людей в дерьме. Но как же мы выйдем отсюда? Они нас не подпустят к машине. То все равно пешеходная зона. Но кто их вызвал? Как странно. Бриджит, твои требования безрассудны, ты это понимаешь? Пускай безрассудны, что с того? Да кто ты такая? Кто дал тебе право судить других? Ты хоть представляешь, каково это, когда тебя выбрасывают на помойку? Я представляю. Помолчи, ты меня до слез доведешь. Под ногами слякоть, есть чего заплакать. Точно. Именно здесь надо составлять метеосводки. Как это? Тележурналисты вечно разъезжают, верно? Откуда только не ведут свои репортажи. Так пусть приедут к нам. И наш салон попадет на телеэкран. Правильно. Звони в секретариат, пускай пришлют съемочную группу. Сейчас же. Спасибо. Спасибо. Ингрид, я только что с передовой. Только что. Что стряслось? Простите. Даниэль Варила, актер. Я в курсе дела и готов обменять себя на этих дам. Возьмите меня в заложники и отпустите их.
И что я буду с этого иметь? Он знаменитость, в сериалах снимается. В каком же? Бездна любви. Не знаю, он что, пользуется успехом? Ни хрена. Рейтинг 6% и 0,5, согласно аудимату. Вот тебе крест. А вбухали мы в него чертову прорву. А нам сказали, что он окупается. Какая разница, он скоро сдохнет. Это еще неизвестно. Раз уж вы здесь, месье Варелла, займитесь делом. Разбирайте стеллажи. Нам нужна гладкая поверхность для спутниковой анимации. Как только прибудет съемочная группа, мы тихо просочимся. Один встанет за камеру, другой на озвучку, и пусть она читает свою сводку. А под конец аккуратненько возьмем ее и приведем в чувство. Да вы с ума сошли. Дайте я с ней поговорю. Дайте мне попробовать. Ингрид, это наша хозяйка. Нет, не открывайте. Дайте сюда телефон. Звоните комиссару. Давайте. Давайте, звоните. Что вам нужно? Выслушайте меня, прошу вас. Я хочу быть рядом с моим персоналом. Вас подозвала полиция? Нет, я прорвалась через ограждение. Ингрид, что это за наряд? Она не ночевала дома. Ладно, заходите быстро. Ингрид, мы так рады вас видеть. Закрывай. Спокойно, сейчас подъедут телевизионщики, надо быть на высоте. Можно снимать, у нас все готово. Позвольте, я вас загримирую. Нельзя же в таком виде появиться на экране. У вас помада размазалась. Да, ключи. И вообще, она для вас слишком синяя. Вам нужен нежно-розовый с оттенком бежевого. Женева, дайте мне 16-й номер. Пойду за 16-м. И тон захватите. Виновата. Но этот... Я тоном не пользуюсь, только пудрой. Прошу вас, пройдите в кабинку. Пистолет можете взять с собой, если хотите. Вы же профессионал, Брижит. Так, всем стоять на месте. Стоять. А я... Вот у меня лицо не блестит? Да нет, вы ничем не рискуете. Для чего же она мне надоела? Нельзя ли ее отпустить? Вас не удивляет мой туалет? Что? Не знаю, мне все равно. У всех свои резоны, думаю, и у вас тоже. Я встретила человека. Он вскружил мне голову, и я опустилась во все тяжкие. Иной раз мы сбиваемся с пути, а думаем, что наши заблуждения и есть самый верный путь. Сбиться с пути очень легко, правда? У вас очень красивые глаза. Такого грозового цвета. Улыбнитесь. Это день такой выдался. Вы это наденете? Нет. Доминик не носит подтяжек. Только синие трусы. Лично я предпочитаю слипы кенгуру, поскольку... Сами понимаете. Хорошо. У нее духу не хватило застрелиться. У меня нынче обезоруживающий вид. Ваш ход, комиссар. Бедняжка Мелани, что теперь с ней будет? Она уже 10 лет отсидела, годом больше, годом меньше. Не надо наручников. Ингрид, браво! Вы были великолепны, ей-богу! Потрясающе! Ну что, приехали с телевидения? Надо им сказать, что я поменялся с заложницами. Героический жест, не так ли, Ингрид? Не знаю, меня тут не было, месье Варелла. Все это хорошо, но я хочу есть. Давайте, закажем пиццу, что ли. Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Я буду визажистом или психиатром. Это прекрасно, ты хотела сказать психологом. Но мы играем или нет, я все же склоняюсь к визажисту. Отлично, Валерий. А что тебе больше нравится, викторина или калейдоскоп? Викторина.
Если тебя спросят, какого цвета был белый конь Генриха IV, отвечай буланый. В субботу от чего-то уходят все заботы. Сериал переведен на производственной базе Apple Red Media по заказу телеканала «Комедия».